Мне нечего больше ставить, идиот. Аэроплан. Ну ты даешь. А почему бы нет, черт возьми? Победа все равно моя. Что у тебя? Утрись, Блэкберн. Такого я не ожидал. Но знаешь, я, наверное, все равно заберу аэроплан. Да какого дьявола? Ты проиграл, я выиграл! Тут такое дело, Рекхэм. Этот аэроплан очень красивый, а ты его недостоин. Я тебя честно победил, черт возьми! Не подходи к моему аэроплану! Скотина! Ты не можешь так со мной поступать! Я тебя победил! Я победил! Меня зовут Клайд Блэкберн. Я пилот и азартный игрок. Я Джордж Рекхэм! Я Джордж, черт возьми, Рекхэм! Не подходи к моему аэроплану! Если бы меня попросили назвать мой самый большой недостаток, знаете, я не очень честный человек. Добро пожаловать! Я Уилсон, а вы должно быть Джордж Рекхэм! Конечно, я Рекхэм, как раз к вам! Ну что, поднимем аэроплан в воздух? Вы Джордж Рекхэм? Сын графа Виндзорского? Ну да. Привет, старина! Бристоль полностью соответствовал слухам. Летать на нем было одно удовольствие. Стоял отличный солнечный день, и все было бы идеально, будь я один. Хороший день для пикника, как ты думаешь? Так, видишь впереди аэроплан? Его надо догнать! Ага! Слушай, я знаю французское заведение! Может, пару девушек там найдем? Что ты несешь? Какие девушки? Это учебный полет! Следуй по заданному маршруту! Ну что, тебе решать, похоже! Почувствуем штурвал! Будь у него на хвосте! Так, держи дистанцию! А то мало ли что тебе взбредет. Начинаешь понимать меня? Так мило. Бристоль управляется, как и другие аэропланы. Чем меньше скорость, тем круче можно закладывать виражи. Мне весело! А тебе весело, Блипсон? Я Уилсон! Ты не зевай, вперед смотри! Хорошо летаешь, хотя и не совсем по правилам! Ну и забудь ты о правилах! Жизнь богаче правил! Куда он направляется? Оставь его! Видишь шары для стрельбы? Проверь пулеметы! Огонь по готовности! Это я могу!
Ого! Ничего себе аэроплан! Там еще шары! Заходи и атакуй! Понял! Видишь цели на земле? Да, вижу! Старайся обстреливать ракетами! Учись поражать наземные цели! Графа Виндзорского говорит как американец. Я легко перенимаю акценты. Когда побьем фрицев, наверное, буду как француз говорить. Ясно. Ты очень... Видишь цели на земле? Да, вижу. Старайся обстреливать ракетами. Учись поражать наземные цели! Графа Виндзорского говорит как американец. Я легко перенимаю акценты. Когда побьем фрицев, наверное, буду как француз говорить. Ясно. Ты очень недоверчивый, Уилсон. Тебе это кто-нибудь говорил? Боже мой! Немцы! Что будем делать? А ты как думаешь? Будем сбивать.
Мы случайно узнали, где немцы хранят боеприпасы для половины Западного фронта. А фотографии Уилсона должны были помочь штабу начать полномасштабную атаку. Оставалась лишь одна проблема. Я даже не знаю. Да брось! Мы большое дело сделали, нам за это медали дадут. Нас и быть там не должно было. Когда командир увидит фотографии, он об этом и не вспомнит. Мы большое дело сделали. И еще раз сможем. Давай договоримся. Если пойдем на это вместе, ты должен мне пообещать, что вытащишь меня оттуда живым. Конечно. Поклянись. Дай мне слово. Хорошо, обещаю. Стой тут. И давай без глупостей. Заходите. Мне этот парень нравился, но уж очень он был наивным. Сэр, это должно вас заинтересовать. Святые угодники. Да ваш напарник пилот каких мало. Очень скоро мы опять были в воздухе. Нашей задачей было расчистить путь бомбардировщикам, чтобы они могли разнести эту крепость на куски. Сначала надо было сбить аэростаты заграждения. Господи, ты представь, дозорным на аэростате быть. Не повезло Фрицу. Потом нам надо было расправиться с зенитными броневиками. Когда мы прибыли туда, штурм уже шел полным ходом. Нам надо было расправиться с обороной, а затем сопроводить бомбардировщики к цели, когда они прибудут. Задача трудная, но победа в этой операции, как говорили, могла изменить ход всей проклятой войны. Не стоит и говорить, что Уилсон был не очень рад. Сбивай аэростаты! Расчищай путь бомбардировщикам! Это легко! Прикрой меня! Отлично! Одной проблемы меньше!
Следуй за строем бомбардировщиков! Не подпускай к ним истребители! Да запросто, Уилсон! Приготовься изумиться! Мы потеряли бомбардировщик! Они должны долететь до крепости, иначе все пропало! Я знаю, я знаю! Он на нас навелся! Ну так уводи нас! Птичке пришел конец. Она зарылась носом в землю на ничейной территории, в полумиле от того места, где меня сбили. Уилсон, бедняга, не выжил. Но что поделать, это война. У меня были более насущные проблемы. Passou!
Хорошо, что я еще не разучился стрелять. Подстрелив несколько немецких штурмовиков, я продолжил путь на запад, к нашему фронту. Между мной и британским фронтом были немецкие окопы, немецкие орудия. Еще половина Берлина, не меньше. Британцы, наверное, сидели и пили чай вместо того, чтобы обстреливать немцев. Но мне все еще надо было успеть на нашу сторону, пока орудия не заговорили снова. Полно солдат Кайзера. Они должны были ожидать неприятностей с другой стороны. Должны были. Ah!
В окопах было полно солдат Кайзера. Но они должны были ожидать неприятностей с другой стороны. Должны были. Дюжина немецких пулеметов позади побуждала меня не высовываться. Нейтральная территория была нагромождением колючей проволоки, трупов и обломков. Но я твердо держал курс. Что-нибудь полезное уцелело при крушении? Уилсон, мы на нейтральной территории, надо уходить. Срочно! Не могу подняться! Черт! Эй! Прости. Ты обещал, что вернешь меня невредимым. Потише. А как же медаль? Как же стать героями? Я не герой. Но ты мне слово дал. Слово, черт возьми! Так что ты или хороший парень, который мне поможет, либо ты лживая, бесполезная скотина, которая добьет меня, глядя в глаза. Что будешь делать? Карты на стол, Блэкберн. Ты ведь не Джордж Рэхэм, так? Не сын, черт возьми, графа Виндзорского, а? Думаешь, я совсем простак? Ладно, давай отсюда убираться. Парень терял много крови. Времени на то, чтобы донести... Боже правый! Немцы известны тем, что не любят...
Уилсон сказал, что я бесполезный, лживый сукин сын. Я дотащил его к своим, потому что думаю, что он, пожалуй, прав. Это меня просто невообразимо бесит. Он его тащил через всю нейтральную полосу? Да он же герой, черт возьми! Никакой он не герой. Он обманщик, вор и лжец. И он ответит за свои преступления. Именно так, Блэкберн. Собрался на ферму? Я хочу выступить в твою защиту. На трибунале. Может, будет толк. Вряд ли, но... Спасибо. Уилсон, со мной! Мне нужен стрелок! Сюда! Я все сделаю! Рекхам, я хочу помочь! Ты не заслужил право летать! Уилсон! Если я умру, то умру в небе! Ну давай, за дело. Точно не хочешь передохнуть? Абсолютно! Ты мне еще летать должен! Крутой вираж! Крутой вираж!
проблемы? О, нет! Давай только без выдумок! Ты же говорил, что хочешь медаль, да? Этот чертов дирижабль скоро будет над Лондоном! Одна из многих целей! Держись! Он горит! Взорвется, да? Держи скорость! Маневрируй, чтобы зенитка не навелась! Умру прямо здесь. Кто вот тебя за язык тянул, Блэкберн? Ты как? Нормально. Надо подбить зенитку. Давай! Я прикрываю! Так. Надо подниматься! Вниз не смотри, хорошо? Хорошо! Надо подбить зенитку! Безумие! Такие пушки наших парней в лоскуты рвут! Мне плохо видно! Прямо по курсу! Осторожно! Главное, не отставай! Я его вижу! Вот он! Ты в порядке? В порядке! Нормально все! Найди путь наверх! Я пойду к зенитному орудию! Понял, сделаю! Thank you.
А то все немцы на этом чертовом шаре тебя услышат. История. История эгоиста, который рисковал своей жизнью, чтобы спасти чужую, и спасся при этом сам. На войне все смешано воедино. Вы, наверное, услышите другой рассказ. О пилоте-жулике, который украл самолет, убил товарища. Ложью, обманом и убийствами проложил себе путь через половину Западного фронта. И спасся от трибунала благодаря авианалету. Уилсон! Но вы не слушайте. Правда, это то, что вам рассказал я. Не будь это правдой, я бы и не стал рассказывать. Верно? Верно?